заявили курс на евроинтеграцию Украины. Вот, стоп. Давайте так. Давайте еще вопросы. Это сорок. Потом поговорим об этом. Других от вопросов. Поговорим об этом. Я же вам сказал, что кланы одинаковые. У них политика совершенно одинаковая. Пожалуйста, новый регион, Геннадий Макаров. Не новый регион, русский мир Украины. Новый регион, мы его бросили. Поскольку он поскольку... вашим перемещением. Да, да, да. Нет, ну я поясняю, чтобы знать. Да. Алла Александровна, вот по поводу идеологического расхождения. Все, и оппозиция, и, скажем так, коалиция провозгласила одинаковые цели. И вы подписали коалиционное соглашение о вступлении в Евросоюз и вступлении в НАТО. И эти оппозиция тоже лезет в НАТО и тоже лезет в оппозицию. Как раз нету никакой идеологической, с моей точки зрения, никакого расхождения. Из-за чего происходит сырбор? Вот на идеологическое осуждение, а расхождение кого с кем? Вас интересует? Ну как, оппозиции, о которой вы говорите. Ну только что ж вот такой же вопрос был. Нет. Ну как нет? Ну, я же сказал, что у них расхождений никаких нет. Да. Абсолютно. Ни в экономической их реформах, и в экономической сути того, что в Украине, ни в политической. А почему у вас нет расхождения? У кого у вас? У КПУ. Вы слышали, что я только что говорила? Я смотрю вот основы внутренней и внешней политики. Какого года? За что вы? 10-го. Вы знаете, вы, наверное, безграмотный человек, не умеете читать. Я вам рекомендую. Зайдите на сайт Верховной Рады Украины. Список народных депутатов. Там есть Петр Николаевич Симоненко. Когда вы кликаете на эту фамилию, открывается его карточка, и там все законопроекты. Там есть законопроект об основах внутренней и внешней политики. И там его прохождение истории есть. Там сказано, когда он был внесен и кем и как был проголосован. Он был внесен как раз в 2012 году, тогда, когда Янукович тоже вносил свой законопроект. И коммунисты выставили свой законопроект. И я присутствовала при этом в зале и наблюдала, как партия регионов не хочет даже в повестку дня включать предложение фракции коммунистов. Но мы все-таки добились, и в повестку дня он был включен. И там не было ни европейской интеграции, там не было, естественно, НАТО, там был совершенно однозначно был таможенный союз. Вы, наверное, не умеете читать. Читайте лучше, пожалуйста. Ну, как это? Вот мы... Я вам еще раз говорю, читайте лучше. Он набрал, 49 голосов. 49 голосов. Читайте, пожалуйста. Ну, я... Так, все. Мы с вами поговорим в коридоре. Еще раз. Вы... Зачем мне в коридоре? А вы не умеете читать. Что же я буду безграмотному человеку тут просвещать его? Ну, учитесь. Я вам дам распечатанный. Я вам еще раз говорю, пожалуйста. Вот дадите распечатку, посмотрим, да, что вы там печатаете. Пожалуйста. Алла Александровна, да, такой вопрос. Бытует выражение, что демократы об'єднуються тільки під розстрілом, да? Но вот в Украине, по-моему, сейчас обратное явление. Как раз оппозиция, они как бы смогли объединиться, а вот на левом фланге вот такое ощущение, что разобщенность полная. Вот вам известно о том, что 4 декабря Трудовая Харьковщина и ряд левых организаций проводили пикет перед облсоветом. Было принято обращение к президенту, было принято заявление о преступлении. Вот как в этом плане? Готовы ли левые силы действовать действительно единым фронтом? И вот, допустим, коммунисты может провести какой-то или круглый стол, чтобы действительно выработать вот общую политику перед лицом общей угрозы. Знаете, спасибо. Вот смотрите, а в левом фронте нет расхождения, кстати. Если бы вы мне назвали какую-то левую, ну как вот считают вы или они там, или общество считает левую организацию, чтобы она занимала другую позицию, вот разную, можно бы говорить о расколе. Что вот есть в рядах левого движения какая-то организация или партия, которая вот ведет не в ту сторону. Ничего подобного. С теми же самыми лозунгами 27 числа по всей Украине коммунисты провели пикеты обладминистрации. Вы, наверное, видели наши плакаты и так далее. Поэтому как раз вот я не могу привести пример левой организации на Украине, которая бы занимала, ну, такую позицию, знаете, провокационную. Нету. Лозунги, требования одни и те же. Другое дело, вы хотите, чтобы мы вместе стали в один ряд на площади? Может быть. А вам не кажется, что лучше, если мы будем выходить каждый день? Вот организация с этими же лозунгами, понимаете? Вот как раз и видно, что очень много людей, очень много организаций занимают одну позицию. То, что вы говорите, объединилась так называемая оппозиция. А разве не объединились? Ну, они тоже втроем ходят, наверное, чтобы не так страшно было, да? Это совершенно однозначно. Во-вторых, Кличко заявил, что он идет на президентство совершенно однозначно. Яценюк не сказал, что мы будем поддерживать. Юлия Владимировна, так сказать, естественно, тоже об этом не говорила. У них как раз нет единства. Другое дело, что их
вместе сводит фактически Запад. Вы посмотрите, что вот этот вмешательство во внутренние дела, которое очень ярко проявляется вот как раз в эти дни у нас в Киеве, это совершенно беспрецедентный суд. Такого еще не было в истории Украины, во-первых, а в других странах это даже трудно себе представить, что там может быть. Да? Вот. Вот извне из них делают единых. Я думаю, что с ними проводят определенную работу, что вы же ходите рядом, вы же не говорите, как вот только что вы говорили по поводу левых. Нам не нужно этого говорить, потому что у нас позиция единая, действительно. Она по-разному в разных местах и в разное время высказывается, но позиция единая. А вот у них как раз этого нет. У них позиции вообще-то нет. Вы понимаете, очень хорошо в одном блоге блогер предложил лозунг. За ЕС, запятая, за безработицу, запятая, за избиение студентов. Потому что мы видим, что происходит сегодня в Греции, что в Испании происходит и так далее. 24 миллиона безработных. То есть, вот он предложил, вы хотите в ЕС, так скажите правду, какой жизни вы хотите для Украины. А Симоненко как раз и подчеркнул, что вот это их стремление, якобы в ЕС, да, оно фактически приводит к уничтожению Украины. И мы стоим на грани вот такого физического уничтожения государства и потери суверенитета в прямом смысле этого слова. Но все-таки уточнение, а может быть все-таки необходим какой-то вот координационный центр в этом плане для согласования действий? Даже вы по знаете, времени, по датам. Я думаю, что любые... Вот Михаил Маркович Добкин в пятницу заявил о создании координационного совета, в который, как он сказал, вошло много общественных организаций. Что-нибудь изменилось? Вот сегодня понедельник. Вы почувствовали этот координирующую роль кого-то с кем-то и вот что-то? Нет. Мы сами себя координируем в Фейсбуке и в остальных группах. Понимаете, вот я что хочу сказать. Иногда мы хотим, просим формы, а надо просить содержание. Понимаете? Потому что когда есть содержание, и форма появится. А когда нет содержания, то это все пустое. Пожалуйста, какой вы СМИ представляете? Столица будущего пусть. Нет, Тищенко Павел Васильевич присылает это. Присядьте, пожалуйста, Павел Васильевич. Ну как? Сидеть там камеры. Ну вы же закрываете камеры. Конечно, ваши фильмы будут показывать. Я хотел задать два вопроса. Первый вопрос. Есть инициатива, которая исходит от ряда общественных организаций, в том числе трудовой харьковщины, для того, чтобы остановить беспредел. Вы понимаете, что западные области вышли с правого поля, они подняли бандеровские стяги над своими областными советами. Так вот, есть предложение перестать финансировать, они все дотационные. Согласны ли вы инициировать созывы областного совета и городского совета, на котором поставить вопрос, прекратить отчисления в государственный бюджет, пока не будет решен вопрос прекратить финансирование, дотация. И сразу для... вывести эти области из состава Украины. Это второй вопрос. Это второй вопрос. То есть созыв областных советов, где эти вопросы поставить. Есть фракции в областном и городском. Второй вопрос, который муссируется, широко распространен среди жителей. Да? Вот. Как вы относитесь к этому, чтобы действительно на основании Конституции провести референдум с тем, чтобы этот аппендикс, Галицию, вывести из состава Украины и, в общем-то, решить эти его проблемы, которые нас сегодня будоражат уже, можно сказать, 20 лет. Я начну со второго вопроса. Вы знаете, я, наверное, жадный человек. Ни пяди земли я бы никому не отдала. Правильно. Когда националисты, вот и сегодня иногда в зале Верховной Рады приходилось, извините, с ними общаться, я говорю, какие вы сумасшедшие. Вы отдали Байкал, вы отдали Урал, вы отдали Дальний Восток. Мы в Советском Союзе были единым народом, который обладал всем этим. А сегодня мы себе этого лишили. Поэтому я ни пяди земли никому не хочу отдавать. Другое дело, что действительно нужно навести порядок в стране, чтобы была, ну, как бы воля народа. Народ разный. И позиции у людей разные. И партии, слава тебе, Господи, у нас там уже, наверное, 150, если не больше, да? Больше 200 даже, да. Вот. Но как-то же нужно вместе сосуществовать. Я думаю, что власть, вот 22 года, власть не выполняет свою именно координирующую функцию, не выстраивает внутреннюю политику в интересах всего народа. Любое поползновение, покусительство на права какой-то группы граждан по национальному признаку, по территориальному, оно должно пресекаться, оно не пресекается. Оно не пресекается. Вот чем беда. Если говорить, то есть по поводу вот отделения. Федерализация – это очень хорошая идея. И коммунисты давно уже сделали заявление о том, что в принципе мы видим развитие Украины по пути к федерализации. Но вы понимаете, что этот путь достаточно сложный в юридическом плане,
И в условиях нестабильности, вот такой, как сегодня она нагнетается, реализовать это просто невозможно. А вообще-то, конечно, Украина по определению федеративное государство. Мы же знаем, что в Конституции в нашей есть очень серьезные противоречия. Там, где говорится, что Украина унитарное государство, у нас есть автономная республика Крым. Ну и так далее. Понимаете? Поэтому вот это противоречие, которое есть в Конституции, его можно и нужно устранить. И, конечно, с точки зрения вот бюджетного финансирования, конечно, идеальным вариантом это была бы федерализация. Тогда бы и бюджетный кодекс был бы построен по другому принципу. И действительно, у нас 6 регионов Украины являются, они создают 70% дохода всего государства. 6 регионов. Это Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская, Полтавская и Днепропетровская области. Вот эти финансы просто. Вот эти 4 области, которые производят национальный продукт. И этот национальный продукт поедается и потребляется всей Украиной. Поэтому федерализация – это хороший выход. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует в народе, и мы пойдем по пути федерализации Украины. А по первому вопросу? А я уже сказала. Я имею в виду созвать сессии и принять решение прекратить финансирование или перечисление средств туда. Сессия не решает эти вопросы. Нет, она решает. Что касается вопроса местного. Вы задали мне вопрос. Я объясняю. У нас формирование бюджета, ну это для присутствующих журналистов, которые, может быть, не знают бюджетного кодекса. Рекомендую посмотреть бюджетный кодекс, как формируется бюджет Украины. Есть бесспорное отчисление в центр, то есть есть процедура. После этого в центре накапливаются деньги, которые через государственный бюджет в том числе дотируются, субсидируются регионы. Понимаете? Это надо изменить бюджетный кодекс, если говорить по закону. Да? Областной совет никакой не может поменять бюджетный кодекс. Другое дело, что у нас есть депутаты от Харькова, да, определенное количество. У нас есть фракции. Вот там они могут реализовать эту линию, которую вот я только что говорила. То есть пересмотреть бюджетный кодекс, пересмотреть процедуру. И фактически это движение к федерализации Украины. Вот надо в комплексе решать эти вопросы. Ну нельзя же памятники рушить, нельзя флаги поднимать бандеровские. Ну не делают. Я ответил. Вот я же говорю просто, понимаете? Послушайте, я хочу, чтобы мы позже радикализировались. Я уступлю вам это место после моей пресс-конференции. Пожалуйста, Харьковские известия. Алла Александровна, скажите, пожалуйста, вчера в Киеве, сегодня уже есть сообщение, что в Одесской области тоже сломали памятник Ленину. А ваша позиция по этому поводу, не боитесь ли вы за наш, за Харьковский, может быть, я не знаю, как-то будете там, может, дежурство, образно говоря, чтобы не сломали памятник, если возможно такое. И ваш комментарий по поводу высказывания Тягнибока, который сказал, что... Ну, когда вы спросили по поводу памятника Ленина в Киеве, какое нелепое самоубийство? Ну, вот ваш комментарий. Вы знаете, я поняла его слова, что он говорит о себе. Самоубийство, в устах человека он говорит о себе. Ведь, понимаете, пигмеи подсознательно пытаются доказать, что они гиганты. Пытаются совершить какие-то такие поступки, которые вызовут какой-то мощный общественный резонанс. Потому что человеку, который уверен в себе, который уверен в своей правоте, ему не нужно совершать вот таких каких-то сумасшедших, извините, поступков. Поэтому он дал совершенно четко, я поняла, что это он к себе отнес. Потому что, в принципе, свобода заявила Мирошниченко, по-моему, да, он там присутствовал, что это вот они это сделали, поэтому это свобода, конечно. Если говорить о памятниках, вы знаете, честно скажу, сердце болит. Почему болит сердце? Болит сердце тогда, когда ты видишь, что меняют среду обитания. Дело даже, понимаете, вот, ну, невероятную вещь скажу. Если бы Владимир Ильич был жив, ему бы, наверное, он сказал, слушайте, какая ерунда. Вот то, что вы тут делаете, да, памятники мои сносите или ставите. Понимаете, потому что человек мыслил совсем другими категориями. Он создавал жизнь, он строил государство, он создавал новые отношения между людьми. Он создавал вообще условия для появления новых людей. И он это сделал. Поэтому, а сегодня это все рушится. И поэтому болит душа. Почему? Какими будут наши дети? Какими вырастут новые поколения людей здесь, вот на территории Украины? Какие у них перед глазами будут образы? Вот аллея комсомольцев, героев комсомольцев. Несколько лет назад на градостроительном совете, когда впервые обсуждался вот этот проект строительства этой церкви на этом месте, я прибежала, узнала случайно, и присутствовало очень много студентов. И вот обсуждается, я говорю, послушайте, вот вы, молодые люди, сидите, да? У вас должен быть пример героизма. Героизма молодых, такие же, как вы. Они даже были моложе, чем вы.
они совершили подвиг, они пожертвовали своей жизнью ради вашей спокойной, нормальной, благополучной жизни. Они герои. Понимаете? Какие герои будут у наших детей, у наших внуков и правнуков? Какие герои? Если уберем эти памятники, которые напоминают о том, какие герои были. И я вам скажу, что гений Ленина нисколько не потеряет от того, что этот технибок высказал свое там какое-то такое негативное мнение. Все равно о Ленине будут знать, помнить, говорить. И не потому что памятники, а потому что дела остались. Понимаете? Ну, в принципе, душа болит. Ведь формирует государство, формирует народ. И вот формирует народ фактически ущербный, у которого не будет примеров героев. Понимаете? Настоящие герои. Вот это плохо. Поэтому я негативно отношусь к фактам, когда сносят памятники. Там, где я могла даже физически этому помешать, противостоять, ну, старалась, но понимаете, что... Вот я понимаю, что там 150 молодчиков, как вот мы видели, да, ворвались. И, ну, какие отряды милиции или ОМОНа, кто мог им противостоять физически? Я думаю, что физически это, может быть, было невозможно, а может быть, власти к этому относятся достаточно индифферентно. Потому что вы же знаете, что по всей Украине это происходит, к сожалению. Собственно, в Харькове не может такого произойти? И не собираетесь ли вы, коммуниста, охранять памятник? Вы знаете, мы сегодня как раз собирались с партийным активом обсуждать вопрос, устроить дежурство. Но, вы знаете, это позор власти. Если уже начинается формирование общественной самообороны, то, наверное, нужно выстраивать самооборону не по поводу охраны памятников, а по поводу охраны вообще жизни здесь, в Украине. Вы видите, что творится, да? Так это уже тогда действительно нужно говорить о недееспособности власти, не только центральной, но и на местах. Поэтому я не думаю, что здесь на местах у нас будут покушаться на памятник Ленина, хотя неоднократно были такие уже попытки. Уже покусились на два памятника? Нет, я еще раз говорю, неоднократно такие попытки были, и списывали краской и так далее. Вот. Но я еще раз говорю, это характеризует слабость власти. То, что говорит Петр Николаевич Симоненко, практически Украина перестает существовать. Страна, в которой нет власти, которая выполняет закон, такой страны нет. Ну все ж таки, в Харькове два памятника уже снесли и снесла власть. Ныне действующая харьковская власть имени партии регионов. Два памятника были уничтожены. И ничего. Переносят. Значит, я вам хочу сказать. И то, что сделала свобода, получается продолжение политики партии регионов по сносу памятников. Вы знаете, определенной есть, идеологической направленности. Есть такое понятие сухой остаток. В сухом остатке вы правы. В сухом остатке, потому что вот нет их, да? Но разные ситуации, к сожалению. К сожалению, сессия Харьковского городского совета приняла решение о демонтаже и переносе памятника, монумента борцам за советскую власть. Он настолько поврежден при демонтаже, дело... что его уже невозможно восстановить. Ну, почему? Мэр утверждает, что возможно. Мэр утверждает, что... И вот, кстати, была сессия городского совета. Я еще раз говорю, это не моя позиция. Я вам транслирую факты. Я вам, да. Вот было сказано, что перенесли опять решение о восстановлении памятника на 2015 год. Поэтому болит, я вам сказала, душа болит, сердце болит. Да, сердце болит за все это. Пожалуйста, полемика. Собственно, у меня продолжение этого вопроса. Контролируют ли коммунисты вот строительство, проект строительства сквера Советской Украины? Как это будет выглядеть вообще? Вот эти все вопросы. Да. Мы подготовили, значит, я не могу вам сказать, вот сегодня отправлен, но депутатский запрос был подготовлен. Я сама участвовала в подготовке. Депутатский запрос на предмет того, чтобы депутаты ознакомились с проектной документацией. Потому что когда начато строительство, это значит уже существует проектно-сметная документация. Именно с этим вопросом я была буквально в понедельник, в субботу поставили забор, начали демонтаж отелей. Я в понедельник была у мэра. Именно с этим вопросом. Покажите мне, пожалуйста, проектно-сметную документацию. А по этой документации должны быть и сроки, и деньги, и такое прочее. Ну, пригласили специалистов, которые мне дали общее заверение, что мы подготовим такие документы, пока я таких документов еще не видела. Поэтому наши депутаты как раз и готовят запрос, потому что нужно получить документы и действительно увидеть, что будет происходить. Я с вами согласна. Пожалуйста. Алла Александровна, наверное, насчет памятника Ленину в Харькове можно быть спокойным. Помнится, что мэр лично предупредил в прямом эфире, да, Мирошниченко и Свободу, о том, что памятник в Харькове будет стоять. И кому-то что-то обещал переломать, если будут какие-то попытки. Это так, к сведению. И у меня такой вопрос. Скажите, а вот Коммунистическая партия Украины планирует ли
реагировать именно в правовом отношении вот на тот беспредел, который творится в Киеве. То есть это могут быть заявления о преступлении, документирование фактов правонарушений. Вот готовится ли КПУ и отреагировать? Известно, нет, уже известно, что возбуждено уголовное дело, вы же знаете. Да? Вот буквально в тот же момент, когда попытки, разрушали памятник Ленину, там уже присутствовали представители Следственного комитета, фактически они начали проводить следственные действия. Поэтому никаких специальных заявлений делать не нужно, потому что реагирование есть. Дело не в том. Вот только что был вопрос о последствиях. Ведь как, понимаете, можно возбудить уголовное дело и потом 10 лет его расследовать. И ни к чему не прийти, да? А потом наступает срок исковой давности. Поэтому, конечно, мы будем это все контролировать. Конечно, мы будем это все контролировать. Но я вам скажу совершенно однозначно, что мы памятник восстановим. И постараемся сделать это побыстрее. Пожалуйста, обратите на тысячу. Говорят сейчас о том, что нужно власти и оппозиции собраться за круглым столом. Но вот у меня такое впечатление, что оппозиция не хочет никаких обсуждений, им нужно просто вот собрать власть, чтобы это не стало, и понятно, что за ними стоят какие-то силы на Западе. Возможно ли все-таки вот мирным каким-то путем заставить, и кто-то должен сделать, власть должна проявить какую-то силу, чтобы посадить всех таки за стол и обсудить? Или же какой-то другой способ? Нет, вы знаете, насильно мил не будешь, но не в этом дело. Масса людей верит вот этим оппозиционным лидерам, судя по всему, да? На чем основана вера? То ли на деньгах, то ли на каких-то обещаниях, то ли на какой-то мечте, о которой все любят говорить. Поэтому надо разоблачать вот их суть того, что они делают, нужно разоблачать. А для этого нужно заставить людей задуматься. То есть не сесть за стол переговоров, а задуматься. Вот посмотрите, действительно, давайте сядем за стол переговоров, давайте изложим свои претензии, предложения. Вот у Симоненко звучат предложения. У нас есть антикризисная программа, она опубликовалась, она неоднократно обсуждалась. Мы о ней выступали в зале Верховной Рады. Мы пытались ее реализовать, подавая отдельные законопроекты. Да? То есть мы действуем публично для того, чтобы показать нашу позицию. Вот мы хотим, чтобы оппозиция точно так же показала свои. Что они предлагают. Что они предлагают? Ведь известно, что подписание соглашения в Вильнюсе, оно было физически невозможным, потому что оно вело к экономическому краху Украины, прямо вот непосредственно и так далее. Одно плохо. Плохо то, что и президент, и премьер-министр должны были, и я думаю, понимали это, но очень долго, так сказать, не предпринимали никаких решительных мер для того, чтобы занять правильную позицию. Они это сделали поздно, и это вызвало, конечно, такую реакцию. Конечно. Понимаете, вот это вызвало, конечно, бурную реакцию и дало возможность эту реакцию людей использовать. Но вот такой вот дискуссия публичная, если говорить только о сути проблем Украины и как вы предлагаете их решить, она крайне необходима. Тогда бы всем было понятно, что вот эта троица оранжевая, вот к ней можно сказать, король голый, нечего сказать, ведь нечего предложить. Ведь реально они ничего не предлагают. Вы посмотрите. Покажите мне какие-то законопроекты, покажите какие-то их программы, покажите, что они предлагают сделать в Украине для того, чтобы решить проблемы тех людей, которые сегодня выбежали, выплеснулись на улицу. Нет. Понимаете, мифические лозунги, мифические флаги, вот в Европе нам будет хорошо, но Европа не будет тебя кормить. Европа тебе даже не сможет дать место работы. Я уж не говорю там про жилье и так далее. Это же очевидные вещи, которые понятны, но мне кажется, что пятикласснику понятно, но многим людям, к сожалению, непонятно. Да, западные граждане Украины, которые живут в западных регионах, в большей мере хотят иметь свободу перемещения по Европе. Понятно, почему они там на заработках, им эти визы оформлены и так далее. Они не понимают одного, что подписание соглашения в Вильнюсе абсолютно не гарантировало свободное перемещение. Это же всем известно. Никто об этом даже не говорил и задач таких не ставил. Ну, вот видите, как воспользовались незнанием, манипулируют сознанием людей и привели вот к такому резкому противостоянию, которое чревато для Украины и для многих граждан совершенно физическими, негативными такими вот явлениями, как, извините, безденежье. Просто безденежье. У людей не будет денег, потому что если не будет принят бюджет, и если будет финансирование в масштабах 2013 года, то почувствуют в январе месяце абсолютно все люди почувствуют себя очень плохо. Я уже не говорю о целостности государства и об угрозах там военного противостояния. Пожалуйста, Рабит Нечагазет. Да.
Мене, на відміну від харківських сепаратистів, не цікавить стратегія, як вони будуть жити в наступному столітті. Харківські сепаратисти? Ну так. У нас є сепаратисти. А ось два. У нас ні, в Харкові на сепаратистів ні. Поміч теж. Я висловив, спасибі, що дали слово після вас. Ми не сепаратисти. Так, мене цікавить велике за великою неділімою. Так, великою неділімою. За Совєтський Союз ми, а не сепаратисти. Прикольно, ти заблукав десь. Хай не чіпляється. У нас прес-конференція, товариші. Хай не чіпляється. Да, мене цікавить тактика. Звернення Петра Миколаївича до керівників регіональної партійної організації, там було запропоновані деякі заходи. Що із цих заходів буде здійснено? І ось ви сказали, скажімо, про пропаганду, виклад позиції комуністів. Скажімо, я знаю, що є у вас на радіо передача, є на телебаченні. Там хтось буде щось виступати. Мені звіться, ну ви спрашиваєте у мене о методі ведення партійної роботи. Ну це інтересно нашим гражданам. Ну я можу сказати, що партійна робота ведеться планомірно, систематично. Ми використовуємо средства масової інформації. Ми проводимо прес-конференції, ми виступаємо на радіо телевидение, ми робимо листовки, ми працюємо на гідпостах. Все це ми робимо. Плюс, дійсно, ми будемо ініціювати і тут, в Харкові, і на містах, во всіх районах області, проведення сходів граждан. Вот це, вот, кстати, ви як-то пропустилися, це дуже важливо. Якщо б у нас масштабно і масово пройшли сходи граждан во всіх районах, городах Харківщини, і туди прийшло значительне кількість людей, не нужно на улице, залы, есть у нас дома культуры, есть у нас залы, где можно собраться людей, и люди там бы высказали свою позицию, и вы бы, журналисты, могли эту позицию услышать и тиражировать, донести до народа. Вот это если да, да, то когда? Я еще раз говорю, я выступаю с такой инициативой, я обращалась к Харьковской обладминистрации, но дело в том, что сходы граждан не проводятся не администрацией, они проводятся гражданами. Поэтому вот мы обратились к нашему партийному активу на местах, чтобы наши депутаты местных советов, районных, там, сельских поселков, чтобы они инициировали проведение таких сходов граждан. Вот это мы, эта партия такой работой занимается. Мы предложили народу такую модель. Ну, народ, это народ, откликнется, будет очень хорошо. А в каком формате предполагаются вот эти сходы? В формате, ну, скажем, политического выступления партийных лидеров? Или все-таки в формате, когда народ, специалисты будут обсуждать? Рассказывать, послушайте, объяснять людям, послушайте, что к чему приведет. Что такое сход граждан? Сход граждан — это когда собирается граждане какого-то населенного пункта и определяется повестка дня. То есть почему мы собрались? А мы собрались, что в Киеве творится. Посмотрите, с одной стороны избивают людей, мы это видим. С другой стороны правоохранители, вот мы нам показывали, да, больные. С третьей стороны не принят бюджет, я понимаю, что в следующем месяце я, наверное, пенсию могу не получить вообще, да? Или там пособие на ребенка. То есть людей волнует то, что происходит. Вот они поэтому собрались обсудить. И что народ считает нужно сделать? А народ, я думаю, должен сказать, что уважаемый президент, ты президент, гарант Конституции, было, пожалуйста, наведи порядок. В конце концов, органы власти должны работать. Поэтому если им мешают те, кто захватили эти помещения здания, то они эти здания должны освободить. То есть народ, ни президент, ни политическая сила, ни политики, народ должен сказать, как они оценят ситуацию и что они предлагают и требуют от президента сделать. На этих сходах, конечно, могут, я тоже гражданка, я тоже могу прийти на сход граждан и выступить. И любой может выступить. С любой позиции абсолютно. Но главное, чтобы вот этот вот сход принял какую-то единую позицию. Большинством голосов, конечно же. Я не думаю, что там будет единоголосица. Но большинством голосов... Чтобы принять позицию, нужно, чтобы какие-то специалисты грамотно объяснили ситуацию. Знаете, не все понимают хорошо наши ситуацию, специалисты, как вы... очень много специалистов у нас, уводят людей в сторону. Поэтому я думаю, что если народу дать возможность, вот вводные, да, вот посмотри, вот этот факт, вот этот, тебе это нравится, нет, а это тебе нравится, нет, а это ты поймешь, что тебе будет плохо, понимаешь, что будет плохо, тебе это нравится, нет, вот и все. А власть, она должна волю народа выполнить. Поэтому я вижу сегодня, вот как такой вот шаг, который необходим, особенно на востоке Украины, это сходы граждан. Я считаю, что это нужно. Не нужно быть, извините за такие грубые слова, идиотами и прыгать. Как некоторые прыгают, да? Кто украинец, тот прыгает, кто не украинец, тот не прыгает. Но это же просто бред, извините, сивой кобылы. Вот. Поэтому есть нормальные формы, которые народ может реализовать и проявить свой интеллект и свою волю.
Пожалуйста, Андрей. Алла Александровна, еще такой вопрос. Вот вы говорили о сходах граждан, да, но известно, что общественное мнение во многом формируется в том числе средствами массовой информации. И одна из форм работы, вы говорили, КПУ работает со СМИ. У меня такой вопрос, как вот у журналиста. Вот ваше субъективное мнение, впечатление, объективно ли освещают СМИ ситуацию в Киеве и все эти происходящие события, вот судя по ленте новостей по Укрнету? Нет, не объективно. И почему? И, ну, не обижайтесь, вы представляете разные СМИ, поэтому я же не говорю, какие не объективны. Я говорю, что не объективно, если посмотреть в целом. Ну, потому что, опять-таки, есть же известное высказывание, кто платит, тот и заказывает музыку. И как раз вот позиция телевизионных каналов, да, отдельных радиоканалов там, и интернет-изданий, она очень хорошо показывает, кто является хозяином. Потому что вмешательство во внутренние дела Украины – это абсолютно недопустимая вещь, которую сегодня допускают многие телевизионные каналы, беря интервью у иностранных этих политиков, у дипломатов, у представителей дипломатического корпуса и преподнося эту позицию как единственно правильную. Понимаете? То есть вот когда дискуссия, когда ток-шоу, когда круглый стол, это одно. А когда берут интервью и говорят вот с придыханием, смотрят, вот пришел Светоч, тут какой-то специалист, который нам расскажет, как нам жить, это неправильно. А большинство каналов и большинство СМИ грешат именно этим односторонним освещением того, что происходит. Ну и, конечно, видна позиция тех, кто контролирует эти средства массовой информации. Но все равно я считаю, что нужно читать, смотреть как можно больше, но делать свои выводы, опираясь на свой жизненный опыт и на свое понимание происходящего. Я думаю, что все-таки у нас достаточно много интеллектуально развитых людей в Украине, которые могут дать правильную оценку происходящему. Уважаемые коллеги, руку прошу нежно. Спасибо. Спасибо большое за работу. Если кто-то что-то недовыспросил, пожалуйста, подходите за вашим распоряжением. Всем спасибо, до новых встреч. Спасибо. Яночка, в ближайшие дни что-то будет? Конечно.